Даниил Киян – студент первого курса РАНХИКС. Решение взять академотпуск и пойти в армию было сознательным. На призывной пункт явился в отличном настроении. Измерение температуры, дезинфектор для рук, защитная маска. Правилам юноша следует исправно. Для меня это цель – служить, чтобы, потому что я считаю, то, что в нашей стране служить придется в любом случае, и лучше сделать это сразу. Врачам еще предстоит сделать заключение о состоянии здоровья будущего защитника Отечества. А пока он вместе со всеми призывниками проходит медкомиссию. Все по регламенту, но есть изменения. Создали все условия, чтобы призыв проходил в условиях максимальной безопасности для молодых ребят, которые призываются в армию. У нас дезинфицируются все помещения, создан запас защитных масок медицинских, бахил, перчаток, есть даже костюмы Каспер защитные, очки защитные для работы врачам. Воздух постоянно обеззараживается ультрафиолетовым бактерицидным рециркулятором. После прибытия новобранцев в расположение воинских частей они обязательно будут помещены на двухнедельный карантин, чтобы избежать заражения уже несущих службу ребят. Наша самая главная цель – это не допустить заражения военнослужащих, которые сейчас сегодня служат, и чтобы к ним прибыл призывник, который заражен коронавирусной инфекцией. И, естественно, забота и недопущение заражения молодых ребят, которые сегодня готовы идти на службу в армию. А таких немало. Валентин Жучков окончил колледж МГИМО, поступил в университет и теперь, прежде чем начать обучение, должен пройти службу в армии. Призывник одним из первых пришел в военкомат. Я иду в армию для того, чтобы глубже понять себя, чего я хочу в этой жизни. И выйдя с армии, уже решить, чем я буду заниматься дальше. В рамках весенней кампании в армию будет призвано около 300 человек. Практически все ребята будут проходить срочную службу в частях и соединениях Западного военного округа. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».